Всем привет! Меня зовут Вероника. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я вам хочу рассказать о своих покупках недели. Конечно же, парфюмерных покупках. Так как Шанель я начала интересоваться недавно, я все-таки пошла за ней. Я долго думала, что же мне купить. Шанель номер 5 я так и не готова купить. В общем, я решила попробовать Шанель Габриэль. У нее многие советовали. В общем, я стояла, думала. Мне предложили еще Шанель Габриэль Эссенса. Вот кто не знаком, обязательно познакомьтесь. Он мне понравился намного больше. Я не скажу, что тот Габриэль как-то плох, но этот произвел у меня более такие впечатления приятные. Я вам сейчас его покажу. Вот такой пакетик мне дали. Вот. Это наш Шанель. Я купила 35 мл. Парфюмерная вода это. Кстати, знаете в чем вся фишка? Я зашла в этот магазин в 4 часа вечера. Потом попробовала ароматы, в общем, ничего не купила, вернулась домой, приехал муж с работы, мы с ним поехали, чтобы купить эти парфюмы. Заходим в этот магазин, они говорят, осталось только 35 мл, Габриэль, вот эта эссенция. То есть было 50 и 100, по-моему, их уже нет. За 3 часа просто купили. У них был день 30% скидка, клиентский день. Магазин проверенный, хороший, и я ему очень доверяю. Вот. Шанель Габриэль, вот такая вот небольшая, такой вот он тоненький весь. Маленький такой флакончик, интересный. Но опять же, обычный флакончик. Знаете, честно вам сказать, это персики, но он мне что-то напоминает. Я вот почему его сразу не взяла, я сказала даже подружке, что он на что-то похож. Похож что-то из Эйва. Вот я вам серьезно, ну и Жадор он напоминает. Даже на фрагрантике, когда смотришь, на что похоже, многие указывают, что он Жадор, какой-то из Жадоров, много же, от Dior. Но как он раскрывается, у него очень хороший шлейф. Вот он более мягкий, чем Габриэль. Габриэль для меня какая-то более резкая, кислая какая-то. Вот этот вот все-таки своим букетом фруктов прям как-то смягчает эту композицию, вот действительно. Тут красные фрукты указаны, черная смородина. Ну, конечно, это аромат цветочный. Древесно-мускусный. Мускус, ваниль здесь такая приятная. Но этот аромат, в принципе, понравится многим. Но единственное, что да, он на что-то похож. Как-то хочется от Шанель всегда слышать что-то вообще. Но мне кажется, наверное, уже так тяжело все сделать, потому что и бюджетные марки стараются хорошо делать парфюмы, и этим деваться просто некуда. Но я его все равно взяла. Как бы для коллекции, ну и пользоваться я им буду, поэтому на осень сейчас я точно буду им пользоваться. Слышите? Это кошка. Кота просит. Ну что ты мне портишь все видео? Собака. Всю ночь спать не давала. Я извиняюсь. Вот. Кто не знаком, познакомьтесь. Эссенса. Мне она нравится намного больше. Я довольна этой покупкой. Так как взяла с 30% скидкой этот парфюм, поэтому еще более я довольна. Так он стоит, конечно, не бюджетно. Был он выпущен в 2019 году. Парфюмер их известный Оливер Полже, который, в принципе, все время работает в Шанель. Ну, как бы парфюмер хороший. Поэтому, ну, главное, мне нравится, что он стойкий и шлейфовый. Вот это вот прям хорошо. Ну, и кто любит персики, такие приятные персики, цитрусы, он понравится. Хороший парфюм, довольна. Вот так вот он в коробочке выглядит. Дальше мне дали пробник Coco Mademoiselle. Coco Mademoiselle – это Intense-версия. Coco Mademoiselle я тоже смотрела, тоже думала купить, но мне нужно было выбирать. Как бы у меня бюджет был ограничен, я не могла там все купить, к сожалению. Да. Вот, Coco Mademoiselle Intense. Почему мне девушка дала именно этот пробник? Потому что он мне тоже очень сильно понравился. Цена у него, конечно, подороже, чем у нашей Габриэлюшки. Знаете, все знакомы с Мадемуазель. Она прям любимая, популярная многими. На что я всегда ее отвергала. Ну что за Мадемуазель, ну что за Коко? Ну нет, нет, Шанель, нет, фу. Ну вот так я делала. Честно, я не знаю, почему. И вот знаете, сейчас вот я чувствую этот запах. Он до такой степени знакомый. Я его часто слышала от многих, потому что. Но он хороший, он вот прям, он дорогой запах, он не дешевый, он был выпущен, по-моему, в 2018 году, вот именно версия Intense.
Я себе ее, наверное, обязательно куплю. На коже, я маме вчера дала ее, на руку нанесла. Мама говорит, вообще, он разошелся, маме дала еще один парфюм, который купила, другой, я вам покажу сейчас его. И вот эту Шанель, Мадемуазель Интенс. Мама сказала, что, блин, она лучше пахнет, ей больше она нравится. О, тоже Оливер Полже парфюмер. Тут у нас апельсин, лимон. Вот он еще идет восточно-древесный парфюм. Бобы тонко, вот это вот какая-то молочность тут есть небольшая. Белый мускус, вот кто любит такие ароматы, цитрусы, мускусы, это вот прям сюда. В нотах указана роза, но прям такой розы я здесь не чувствую. Мне уже до этого снимали видео с подругой, слепой за тест, обязательно посмотрите. Я просто этот перенюхала сегодня ароматы, уже тяжело снимать, но немножко вроде отошла. Он мне очень сильно нравится, очень. Прям у кого есть Mademoiselle Intense, напишите. Мне кажется, он будет очень стойким, шлейфовым просто. Да, знаете, немножко, может быть, он уже поднадоел. То, что был прям очень популярный. Ну, как бы все равно, в принципе, в 2018 году выпущен не такой старый этот парфюм. Вот он такой вот. Как всегда, в стиле все Шанель. Тут не перепутаешь все их флаконы, все. Но мне он очень понравился. Пробничек буду его разнашивать обязательно. В общем, с Шанель все. Конечно же, ну как я бы прошла мимо Dior. Dior новинку-то выпустил. Мисс Dior 2021 года. Я даже с ней не знакома. Как это парфлюбителю такому, как я, который просто является поклонником Dior, не может пройти мимо. Думаю, ну хотя бы тридцаточку-то надо взять. Ну как обидеть Dior? Хотя явно там они не обижены, и миллионы гребут с нас, идиотов. Вот. В общем, Dior тоже со скидкой. В том же магазине купила я себе. Знаете, сказать, что это новинка какая-то, вау, мы этого ждали много лет от Диоры, что вот, наконец-то там. Да, их мисс Диор, у них был, по-моему, Черри назывался, да, он был более узнаваем, такой вот запах, он был сильный такой. Еще у меня много было мисс Диор. Блюмит букет там, ладно, понятно, нежнятинка такая, но тоже очень пользовалась популярностью. Будет ли пользоваться просто этот мисс Диор популярностью? Я сомневаюсь. Мисс Диор у меня тоже, он в парфюме, 30 миллилитров, покажу эту прокатунку, вот он, вот так вот выглядит, все как в их стиле, как обычно, бантики, рюшечки, вот он, такой вот парфюм, покажу поближе, если вживую он смотрится намного меньше, вот прям, крохотулька. Сейчас у меня Шанель, вот прям вообще, я не знаю, только ее и чувствую. Ой, ну это вот все-таки вот в стиле Dior, вот прям реально. Новиночка такая. Ну тут, знаете, пионы, ландыши, ирис, вот это вот все, там абрикосик такой, вот он сладенький такой. Он указан восточно-цветочный, но он такой вот сладенький, приятный. Когда мы с подругой, господи, днем пробовали этот аромат, он мне понравился больше, чем Шанель. Но мне как-то нет, мне казалось, Шанель тоже интересная. Ну, как бы кто ждет прям чего-то такого? Вот фанатам Диора, да, стоит взять поклонникам, кто хочет собирать коллекцию, у кого разные были мисс Диор, почему бы и нет? Да, он отличается от предыдущих версий. По стойкости он будет неплохой, это точно. Мне он нравится. Но, знаете, когда уже парфюмов становится много, то ты ищешь уже что-то более интересное. Тебе хочется чего-то этакого. Я взяла эти парфюмы вот в минимальных версиях, потому что, ну, действительно, куда, их много у меня уже и так. Вот, но взяла. Рада, что взяла, буду знакомиться, пользоваться, знаете, посмотрю, как они будут раскрываться на мне, может, действительно, новыми красками зазвучат, потому что вот так распылять это одно, а на себе, когда носишь, совсем другое. В общем, ладно, покажу вам еще одну покупочку Dior. Это не парфюм, это помада. Помаду я купила. Знаете, у меня мало люксовых помад, всего три. Да, три помады, и вот это третья, кстати. Ну, я что-то решила взять. У меня скидка заманила, 50% было, но там мало цветов совсем осталось. Она, кстати, на мне. Может, заметили, я люблю яркие помады, я сама светленькая, вот такая вот натуральная блондинка. Да, но я люблю пользоваться такими помадами, вот такая вот у меня Dior. Вот она помада. Матовая, при этом она очень мягкая, на губах хорошо сидит, ничего она не скатывается. Ну, знаете, в принципе, наши Maybelline, L'Oreal и прочие парфюмы, ну, парфюмы, помады делают не хуже, да. Ну, как-то вот так вот я захотела именно себе помадку Dior. Я что-то в последнее время мне нравится такое.
Я считаю, что 2-3 помадки вот таких вот должно быть. Вот. Хорошо сидит на губах, прям вообще претензий нет. В общем, такие вот у меня выдались покупки недели. Я очень рада, конечно, как всегда. Ну, как можно быть не радой покупкам? Ну, это вообще. В общем, Шанель Габриэль Эссенса, Dior, Miss Dior 2021 года. Познакомилась с Шанель Мадемуазель версии Intense. Я от нее в восторге и обязательно себе ее приобрету. Спасибо вам. Не забывайте подписываться, ставить лайки. И скоро будет новое видео. Пока!